Давным-давно жила-была ветвистая и большая яблоня. Маленький мальчик любил приходить к ней и играть возле нее. Он забирался на верхушку яблони, ел там яблоки, а затем дремал в ее тени. Он любил это дерево, а дерево любило его. Любило играть с ним. Время шло, мальчик подрос и уже не играл у яблони каждый день. Однажды он пришел к дереву с печальным видом. «Подойди и поиграй со мной», — попросила яблоня. «Я уже не маленький, я не играю больше возле деревьев», — ответил мальчик. «Я хочу игрушки, мне нужны деньги, чтобы их купить. Извини, у меня нет денег, но ты можешь собрать все мои яблоки и продать их. Тогда у тебя будут деньги». Мальчик очень обрадовался. Он сорвал с дерева все яблоки и ушел довольным. Мальчик не приходил после того, как взял все яблоки. Дерево грустило. В один прекрасный день мальчик, который уже превратился во взрослого мужчину, вернулся. Яблоня обрадовалась. «Иди сюда, поиграй со мной». «У меня нет времени играть с тобой. Мне нужно работать. Я содержу свою семью. Сейчас нам нужен кров. Можешь помочь мне?» «Извини, мне негде вас приютить. Но ты можешь спилить мои ветви и построить себе дом». Мужчина срубил все ветви дерева и ушел довольным. Яблоня была рада видеть его счастливым, но он с тех пор не приходил. Ей вновь было одиноко и грустно. В один жаркий летний день мужчина вернулся. Дерево было просто счастливо увидеть его. «Подойди и поиграй со мной». «Я уже старею. Хочу отправиться в плавание, чтобы отдохнуть. Ты можешь мне дать лодку?» «Используй мой ствол, чтобы построить лодку. Отправляйся в плавание и будь счастлив». Итак, мужчина срубил ствол яблони, чтобы сделать лодку. Он отправился в плавание и не показывался долгое время. Через много лет мужчина все же вернулся. «Прости, мальчик мой, у меня нет больше ничего для тебя, даже яблок», — сказала яблоня. «Ничего страшного, у меня нет ни одного зуба, чтобы грызть, и я знаю, что у тебя и ствола нет, чтобы взобраться. Я и вправду ничего не могу тебе дать. Единственное, что осталось, мой уже умирающий пенек. Мне сейчас большего и не надо. Только место для отдыха. Я устал за все эти года». «Отлично! Старый пень – лучшее место, чтобы прислониться к нему и отдохнуть. Посиди со мной и отдохни». Мужчина сел. Яблоня была счастлива и улыбалась сквозь слезы. Это история о каждом. Дерево, как наши родители, когда мы были маленькими, мы любили играть с мамой и папой. Когда вырастаем, мы покидаем их и возвращаемся лишь тогда, когда нам что-то нужно или когда у нас проблемы. Что бы ни было, родители всегда будут на нашей стороне и сделают для нас все возможное, лишь бы мы были счастливы. Можно сказать, что мальчик был жесток к дереву. Но именно так мы и обращаемся к своим родителям. Мы воспринимаем их как нечто совершенно обыденное. Мы не ценим все, что они для нас делают, пока не станет слишком поздно. Подпишитесь и напишите в комментариях ваше мнение о данной притче. Поставьте лайк, поделитесь роликом в соцсетях и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами был канал «Притчи и рассказы». Всего вам доброго и до новых встреч!